Есть такая пословица, что если поскрести русского, то найдешь татарина или монгола. Но как оказалось, согласно генетическим исследованиям, у русских гены этих народов практически отсутствуют. Есть три версии на этот счет. Ну, во-первых, монголо-татары вообще не доходили до Руси, и гораздо позже была придумана версия о неком Египте-псевдоисториками. И разумеется, в данном случае не могло физически остаться никаких следов пребывания завоевателей. Во-вторых, монголо-татары просто прошли по Руси огнем и мечом, завоевали и ушли, не оккупируя ее, потом просто наезжали за Данью. И в конце концов вообще отдали ее сбор на откуп московским князьям. Ну и возможен третий вариант, когда монголо-татары угоняли женщин к себе и те не возвращались, а значит на Руси их гены тоже не попадали. Какой вариант нравится вам?